Вперед! Ну что, моими стараниями Алексиус явно воспрянул духом. Ты, конечно, помог, но и хлопот доставил. Правда? Я еще не извинялся за это. Когда мы прибыли на Корфу, я даже не думал, что мы найдем легендарное сокровище. Говорят, жизнь пресна без сюрпризов. Так выпьем же за это! И за тебя, Икар. Да уж. Жизнь у нас только одна. И ей нужно наслаждаться. Одна? Говори за себя! Ты прав, Варнава. Герои вроде Алексиуса навек останутся в легендах об их подвигах. Они будут жить вечно. Слушайте, хочу, чтобы вы оба знали. Я отправляюсь в путь по морям, которые не думал пересечь. И не знаю, когда вернусь. Ты уходишь? Опять? Куда? Зачем? Я отправляюсь туда, где я нужен. У меня есть обязательства. Кое-кто... То есть, что-то подсказывает мне, что мой путь еще не окончен. Мы не смогли бы удержать тебя надолго. Но ты будешь во всех моих записях, не сомневайся. Благодарю. Может, мне стоит взять одну из твоих рукописей с собой, Геродот? Ее охотно прочтут и в самых дальних краях. Не стоит. Мне довольно и наших. Но если ты не шутишь, сказитель должен быть готов ко всему. Держи. Но это не для других. Только для тебя. У меня тоже есть подарок. Что? Копье? Ты знал, что это с нашей первой встречи. Мне оно больше не нужно. Забирай. Осторожно. Оно острое. Я никогда с ним не расстанусь. Хоть я и люблю подарки, на сей раз мне довольны и дары дружбы. Дружбы и только? Хм. Что ж, придется искать другого товарища, чтобы пуститься в путь. Что? Ты зовешь меня в путь? С тобой? Если ты не против, конечно. Не знаю, сколько я еще смогу поднимать парус, но продержусь до самого конца. Адрестия твоя. Куда направишься, Алексиус? Даже не знаю. Мне точно нужно новое оружие. Я всегда хотел побывать в Египте. О, чудесный край. Сейчас расскажу одну из лучших моих историй.
Весь мир прочтет твои истории, Геродот. Элла!
Πόλεμος επαξύ ήταν το αίρεμα του Τρέξη. Είναι καμιστή η χθής εσύ εδώ. Можешь осмотреться?
хорошего тебе дня. Вперед, давай. Давай. Давай, давай, давай. Μεγαλώνει με θεά, αγλαώτη με, τεχνών μύτη, πολύ ορβέ. Поищу укрытие. Птица, возможно, но я проверю. Ты что здесь делаешь?
Садитесь, я осмотрюсь.
Ну, давай. Которым накормили акул. Спасите! Спасите!
что-то есть? Мое внимание. Не на скачках. Если меня тут заметят, будет плохо. Thank you.
Hello. Hello.
Нет, души! Мы встретились снова, проклятый утес. Все подсказки Геродота и Варнавы есть. Но где же сокровище? Поищу-ка еще раз. Хэлла! Геродот, Варнава, спасибо, что напомнили о прошлом.
Вернулся.